110 SP, воблер класса Minnow, сильно вытянутой формы корпуса, который отлично подойдет для ловли разной хищной рыбы на небольшой глубине. Эта приманка обладает выраженной игрой на равномерной проводке. Вдобавок к этому будет сохранять стабильность даже на весьма значительном течении. Во время пауз и при оптимальном весе поводка воблер сохраняет достигнутую глубину. Поэтому, если мы хотим добиться нейтральной плавучести, не стоит перебарщивать с весом поводка, так как приманка изящная и большой его вес может нарушить баланс таким образом, что воблер будет тонуть носом вперед. Во время твичинга эта либика совершает хаотичные движения в разные стороны, что отлично имитирует раненого малька, и хищник не останется равнодушным к такой анимации. За счет хорошей аэродинамики и системы дальнего заброса этот воблер можно послать на значительное расстояние. Самыми лучшими местами для использования либики 110 SP будут прибрежные свалы, приямки, участки возле стен камыша или обширное мелководье. В этих местах вероятность поклевки будет выше всего.